персонала. При этом формально наличие тату не может стать причиной для отказа в трудоустройстве, отмечает РБК. В целом к нательной графике положительно относятся четверть россиян, против выступает свыше 40%. Чаще татуировки одобряют женщины и люди младше 34 лет. Развитие событий менее чем через час. Вячеслав Цыба, служба новостей. Новости. Новости на русском. Здравствуйте всем. Привет, наш.